Здравствуйте, девушка. На тротуар заехали. Отъедьте, пожалуйста, от тротуара. Девушка, стойте. Не-не, назад, пожалуйста. Назад, пожалуйста. На тротуар заехали. Конечно, делать нечего. Вас таких вот ловим, снимаем. Очень интересно потом в интернете за вами наблюдать. Назад сдавайте, вы на тротуар заехали. И что все время? Грузовые машины. Где грузовые машины? Выгружаются. Ну и что, пускай выгружаются. Вам заняться нечем? Да, я же говорю, нечем заняться. Снимаем таких, как вы, чтобы потом посмеяться в интернете. Посмеемся. Посмеемся. Мы потом посмеемся. Да, так потом именно над вами смеются. До свидания. Какие вам документы? На каком основании вы снимали? Подождите, а на кто каком вы? Основании кто вы снимали такая, меня? Чтобы и требовать у нас снимать документы? Право личной информации, и сейчас вы снимаете меня. Подождите, меня? Какое право? На сохранение личной информации. Я никакие соглашения с вами не подписывал. В Европе и в России запрещено съемки без разрешения. Отлично, теперь откройте Гражданский кодекс, статья 152.1. Ваши документы на каком основании? Вот, загляните сначала в Гражданский кодекс, а потом подходите, и мы поговорим с вами. В данной ситуации это домогательство. Вы же сами к нам подошли. Да, мы к вам ни в коем случае не подходили. В общественном месте людей, ну, кроме нас еще сколько. Вы преградили мне дорогу, по дороге домой. С детьми. Никаким образом. Смотрите, весь тротуар в вашем распоряжении. Если мы вам здесь мешаем, мы в сторону отойдем. Пожалуйста. Охранное изображение гражданина Российской Федерации обнародует дальнейшее использование изображения, в том числе фотографии, только с согласия гражданина. Отлично. Читайте дальше. Там есть исключение. Использование изображений государственных, общественных или иных публичных интересов. Вы в общественных? Читайте дальше. Документы. Дальше. Изображение получено при съемке, которое проводится в местах, открытых для свободного посещения или публичных мероприятий. Здорово! Согласие все равно нужно? Сейчас целенаправленно. Где вы прочитали, что требуется сейчас согласие? Сейчас целенаправленно. Я несколько раз выразила это несогласие. Повторяю, я несколько раз. Вы можете не согласны с чем угодно. Вы можете соглашаться или не соглашаться с чем угодно на данный момент, но вы препятствуете моему спокойному и комфортному существованию. Да. Перекопанная. Проезжая часть слева от вас. А я не объезжала пробку. Мы понимаем. Здесь тротуар. Фруктами. Здесь тротуар, здесь нельзя двигаться. Я знаю прекрасно, но повесим там знак бы какой-нибудь. Какой? Ну что там, проезд вот где-нибудь в другом месте. Проезд по проезжей я части. Я пробку по тротуару никогда не объезжаю. Так и даже не объезжаю, на нем просто нельзя двигаться на автомобиле. Я сейчас не двигаюсь, в Пятерочку приехала. Вы меня туда пропустите? По проезжей части, пожалуйста. По тротуару нет. Меня отсюда эвакуировали. Тогда зачем вы сюда заезжаете? Я здесь ездить, парковаться бы никогда не стала. Вы сейчас что делаете? А? Вы сейчас что делаете? Едете? Я не объезжала пробку. Вы сейчас едете по тротуару? Да, но я не объезжала пробку. Не собиралась здесь стоять, парковаться. Смысл не в том, что вы не объезжаете пробку. Смысл в том, что вы едете уже по тротуару. Я же вам объясняю, если бы я не заезжала за клубникой... Объяснять не объясняйте. Если бы я не заезжала, я бы не стала бы никогда эту пробку объезжать. А что вам мешало сразу выехать на проезжую часть? Мне Пятерку надо. Так по проезжей части, пожалуйста, проезжайте Пятерку. Подтверждаю, что ее эвакуировали отсюда. Это, кстати, ответ тем, кто считает, что здесь нет тротуар. Вы меня фотографируете, снимаете, я вас тоже. Ага, люди из машин смотрят. Бесплатно, без СМС и регистрации. Здравствуйте. Ну как нету? Мы сейчас вам наклейку наклеим, будет у вас время. Найдите, пожалуйста. Я врач, я везу инструменты. Мне очень... Это вам не разрешает что-то тут ездить? Разрешает что-то? Нет. Давайте дождемся ДПС, и он расскажет вам, что это такое, вот, где вы сейчас находитесь. ДПС? Все, давайте ждем тогда. Я проеду. Он не хочет подходить. Вы будете давить человека? В смысле? Машину. Не давили людей машины, хорошо? Вы отойдите, пожалуйста. Вы понимаете, что вы едете по тротуару и говорите, нам отойти? Отойдите. Вы говорите, вы едете по тротуару и говорите, нам отойти? Нет, не отойдем. Так же будем стоять, хорошо. Правильно.
Давайте, что вы хотите от нас? Мы хотим, чтобы вы не заезжали на тротуар. Почему? Ну, потому что это незаконно. Вот сюда поставьте. Тоже нельзя, это тоже тротуар. Ну, учите ПДД. Нет, понятно. А почему 9-9. Тогда здесь есть парковочные места? Мы вызвали ДПС, сейчас здесь их не будет. А, ну давайте, хорошо, без проблем. А куда тогда можно поставить? Назад и вдоль проезжей части. А вы знаете то, что можно вдоль проезжей части тоже нельзя ставить? Можно, вон машины стоят. Вам что, делать не... Есть. Ну, занимайся своим делом, что проблема? Мы занимаемся, как видите. Не, ну вы молодцы, активисты. Мы гуляем. Молодцы, да. Ставьте. Спасибо туда, огромное. Что, ребята, знаете ПДД? Конечно. В отличие от вас. Смотрите, как я... Здравствуйте. А это тротуар. Но вы видите бордюр? Нельзя по тротуару, даже за ребенком, магазин, я тут живу. Они тоже нарушают какие-то правила общественные или, может быть, даже А какие мы общественные правила ну, нарушаем? Смотрите, какую вы здесь пробку создали. Где? Где пробка? Нет, скажите, а вот это вот, смотрите, вот это, да, это реально дорога. Почему вот здесь вот это вот все? Как вы думаете, Они сейчас все вот, нарушают. Как вы думаете, сейчас сотрудники ДПС вам... Уберут вот эти вот все машины? Вы знаете, мы здесь не первый раз, и последние два раза они приезжали и отсюда забирали. А зачем вам это нужно? Чтобы люди не ездили по тротуару. Ну нет, в смысле люди не ездили, а вот как они вот вам мешают, вот эти вот ну, люди? Ну потому что здесь, вот смотрите, ну, смотрите, вы считаете... Здесь нет коммерческих помещений, здесь люди работают. Вы считаете, живут. Вот мама идет с ребенком, она идет по проезжей части или нет, по тротуару? Нет, я тоже как бы в прошлый раз, когда мы здесь парковались, да, мне тоже было непонятно, почему здесь идет... И тротуар, и вот так вот здесь стоят машины. Но все-таки это же не дело именно водителей, а дело именно общественного порядка и администрации Правильно. Города. Почему вы Нет. вот этот вопрос не поднимаете? Вы, когда покупаете машину, вы должны задуматься, где а вы ее будете ставить. Да. Ладно, ребят, короче, мы... Я так понимаю, что вы просто упертые и... Не Нет. хотите больше ничего решать, кроме как просто наехать Почему на людей это? Создать Почему хайп. Пешеход? Почему пешеходы Короче, должны это решать, если вам надо куда-то да поставить автомобиль? Да при чем здесь пешеходы, и мы решаем? Потому я что это говорю, тротуар. Что, я говорю то, что вы гоните на обычных людей и не гоните на администрацию. Вы посмотрите Почему так? по кадастру. Вы единорос? Скажите, вы за Нет. Путина? Нет. Очень странно. Вы очень вообще похожи, да. Ну, короче, ладно, ребят. Я просто, Конечно, я можете чисто... дождаться ДПС, мне было они вам... Нет, мне слишком мало времени, раз чтобы заниматься такой... Вы вторым рядом стоите, к вам их отправим сразу же, чтобы они Спасибо, вам... ура! Чтобы они вам разъяснили 9-9. Ладно, да, обязательно. Вот вы единственную статью выучили, Нет. и единственное вообще все. Мы еще знаем определение. Да? Рекалюха. А что вы без нас? А вы почему? А я одна, а вас много. Логика. Я вас первый раз вижу. У меня здесь просто на заводе много скандальных ситуаций случалось, когда меня здесь буквально даже когда по весне, по-моему, мужик задел этим зеркалом. Где здесь надо ставить машину? Часть. Не, ладно, хорошо, это все понятно. А вот эти вот люди, вот я, например, живут здесь. Чтобы вот это качать, нужно обращаться в администрацию, вот это говорить вам об этом депутату. Это вам надо. Нет, я пешеход, вы... мне это не надо. Ну ты, вы просто неадекватный. Сказать, что вы тоже водитель. Ну пустослово, я здесь понимаете? Не ставлю машину. Смуту наводите, вот это. У меня машина стоит дома, я приехал на метро. Что? Вы скажите мне, пожалуйста, почему ты уехал? Давайте я вам покажу. Вон там вот. Почему здесь обязательно надо ехать? Почему сюда? Здесь Потому что это тротуар. Намазано. Медом намазано. Это тротуар, да. Видите, сколько да нарушений. Я вижу, я все время стою тут. И каждый день стою. Вы и завтра раз приеду. Нарушаете. Каждый раз нарушаю. И завтра а вы вот увидите, вас не будет. И я буду здесь стоять. Мы сюда будем чаще приезжать. И каждый раз... Отправим сотрудникам ГИБДД. Хорошо. Что вы отправите? Отправим сотрудникам ГИБДД. Это что вы сказали, что вы здесь будете стоять все время? Да, давайте. Не надо ко мне подходить. А я буду подходить. Мы сейчас к полиции обратимся, что вы нападаете. Давайте. А я тут могу тоже к полиции обратиться? Пожалуйста. Знаете, вот в другую. Они. В другую. А в какую? У нас много полиции? Да. Какую, скажите? В какую, скажите? Они меня еще пугают.
А чем давайте... мы вас напугали? Что вы ГИБДД не мы... знаете? А я же без машины. Где вы едете машину? Добрый день. Приморского управления. Движение по пешеходной зоне запрещено у нас в первом даже движении. Это считается тротуаром. Что делаешь? Ты что делаешь? Выйдите из машины, заглушите автомобиль, выйдите из машины. Заглушите машину. Заглушите машину и выйдите. Машина же выезжает, я же не могу. Машину глушите, выходите и документы предоставляйте ваши на право управления автотранспортом. Лейтенант полиции Кудряшки, если что. Право офиса осталось. Лариса Анатольевна, выйдите, пожалуйста, в машину. Перезвоню. Камеру выключите? Камеру выключите? Не люди нас снимают, нашу деятельность. Водительская ошибка. В офисе. В офисе? Не успела взять. Пойдемте, сходим, я скажу. Не надо прыгать на машину. Как ваша фамилия? До свидули. Хамитова Татьяна Юрьевна. Документы мои покажите, я хочу узнать хотя бы, кто вы такой. А вы сотрудник? Ну, а вы почему с микрофоном? Мне нравится с ним ходить. Ну, а я же без микрофона. Ну, можете купить себе. Я куплю. Давайте, вы уже меня снимаете, внешне... Ну, вы намеренно давили людей, из-за этого и снимаем. Вы намеренно били мою машину. Когда вы начали давить людей. Я вас умоляю. Ну, покажите мне, как вас зовут, хотя бы я с вами познакомлюсь. Кто вы? Я не люблю знакомиться. Ну, почему? А так себя вести вы можете? А как я веду? Я с вами по-хамски как-то разговариваю. Ну, я считаю... Хотя вы чуть двух людей не задавили. Да, я уходила вправо, да, от неожиданности, что люди тут выбежали. Вообще-то это тротуар. Вообще-то, да. Вы знаете, что это тротуар, что здесь люди? Я абсолютно с вами согласна, что здесь люди тротуар, поэтому я хотела убрать машину, чтобы она не мешала. А вы почему набрасываетесь на людей? Мы на вас набросились? На машину, да. Потому что вы давите людей. Вы набросились на нее. Я проезжала, вы начали давить людей. Нет. После этого. Нет. Я отходила в бок, чтобы вы меня не сдавили, но при этом вы руль выкручивали на меня. Потому что по машине стучали уже. Неправда, это было изначально. Да. Вы представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. А вы как вас зовут? Ну, вы начали первые, вы же должны представиться. Давайте устанавливать коммуникацию. Нет. Представьте, пожалуйста, почему вы меня снимаете. Я хочу снимать. Мне нравится. Ну, давайте я тоже телефон достану. Можно? Конечно. Ну что, не прыгаем? Ну, то он не заезжает. Да? Ну, потому что мы сейчас здесь стоим, не заезжает. Ну, вот давайте. Ну, он сейчас поедет обратно. Uh-huh. Либо вперед, uh-huh. либо назад. Uh-huh. Да как вас зовут-то? Иванов Иван Иванович. А-а-а. Хорошее имя. Какого года образец. Рождения? Какого года рождения? Вам это обязательно? Ну да, я хочу знать, почему вы стучали по моей машине. Потому что вы давили Ивановича. Людей. Ну, никого не давила. Вы специально прыгали. Ну ладно, увидим это. На видео, конечно. Давайте, давайте. Да, хорошо, все. Давайте, хорошо. Как зовут-то вас? Я не скажу. А, то есть вам страшно? То есть да, вы такая... я вас боюсь. Вы активная, с камерой, но вам страшно. Вы потенциальный убийца. Я? Я? Не а вы кто? Я человек. Потенциальный? Человек. Ну человек, у вас есть имя? Да, есть имя. Ну скажите. Нет? Страшно, да? Да, я вас боюсь. Я понимаю. А вы представьтесь, вы пожалуйста. По жизни просто вам страшно. Чтобы люди знали своих героев. Конечно, обязательно. Иванова Ивана Ивановича. Угу. Чего вы ерунду-то придумываете? Дайте выехать человеку. Что сделать? Выехать. Когда сбил уже на тротуаре человека? Она вас сбила, что ли? Конечно. Покажите. Что показать? Место. Что место? Где сбила? Вот. Сзади вас машина стоит.